Постоянный участник летнего праздника «День терема», уже ставшего традиционным. И сегодня его представители приехали с ответным визитом. На сцену приглашается сотрудник отеля-музея «Терем» Михаил Шейко. Добрый вечер, соликовичане, с наступившим вас Новым годом и с приближающимся праздником Рождеством Христовым. Сегодня этот зал собрал на свой день рождения ансамбль «Перетенцы». В этом зале все друзья «Перетенцы» позвал, всех своих друзей пригласил и нас весной «Терем» Осташова. Да, действительно, с момента открытия музея «Терема» Осташова, единственного в мире музея-отеля, «Перетенцы» стал постоянным участником нашего летнего праздника «День терема Осташова». И мы сегодня не могли не приехать, не поздравить нашего друга с этой юбилейной датой. И я хочу пригласить на сцену руководителя Надежды Павловны и Татьяны Матвеевны.
К сожалению, Андрей и Ольга Павличенковы не смогли приехать лично поздравить вас, но попросили меня передать мои наилучшие пожелания и поздравить от всех сотрудников нашего музея и отеля вас с этой юбилейной датой. Поздравляем народный коллектив ансамбль «Танцы Веретенца» с 40-летним юбилеем со дня образования. Желаю вам ярких концертных программ, аншлаговых залов и большой любви зрителей. Творческого долголетия, крепкого здоровья всем участникам коллектива. Ваш друг и поклонник Лесной Терем Асташов. Знаете, хоть, может быть, танцевальному коллективу не нельзя сладость, но, как сказал наш общий друг Надежда Дугина, они себе столько калорий сожгут, что им эти конфеты не будут. Мы ждем вас на нашем празднике в этом году вас, традиционно. Большим удовольствием. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы всегда приезжаете к нам в Чухонский район и радуете наших зрителей. Спасибо вам еще очень раз. Большое-большое. Thank you.